перед 9 мая в Сочи проводится ряд мероприятий. В этом году их около 90, чтобы ни один ветеран не остался без внимания. В Зимний театр сегодня пришли все те, кто помнит, каким трудом, как принято говорить, ковалась победа. Мы долго ждали этого мира, 4 года. Все. И, наконец, когда мы завоевали мир, то второй у нас фронт был. У фронтовиков трудовой фронт. Нужно было восстанавливать разрушенную страну. Из Сочи ушло на фронт 18 тысяч жителей, не вернулось 4,5. Остальные работали в сочинских госпиталях. В городе их было 111. 400 тысяч бойцов были возвращены в строй. Я от всех сочинцев могу только пожелать нашим ветеранам здоровья. Это очень важно. И наши ветераны – это очень скромные, очень добрые люди. И очень ответственные. Видите, что начиная с 1 мая наши ветераны активно участвуют во всех наших мероприятиях, многочисленных мероприятиях. И они держатся, набираются сил, везде обязательно приходят. В зале действительно нет свободных мест. Все приветствуют участников Великой Отечественной войны, настоящих боевых солдат и командиров, тех, кто дожил до наших дней. Их уже мало, но они все помнят и готовы и впредь делиться с молодежью накопленным жизненным опытом. Как любить свою страну, как жить с правдой и верой в будущее. Так их воспитали. А благодарные потомки подготовили для ветеранов праздничные выступления. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.